Друзья, хочу представить вам канал развивающегося душевного стримера Vakar TV. Вас ждут продолжительные душевные стримы, веселый стример, который также общается с чатом, чуть-чуть младше меня. Стримы ежедневно, кроме воскресенья, с часа дня до вечера. Последняя часть игры – игра с подписчиками. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Ссылка в описании. Мур, привет, друзья, с вами Зверько, и новостной выпуск обновления 1.3.30. Даты выхода героев. Конечно, все мы с нетерпением ждем Вейла, или на худой конец Кадиту, поэтому 20 ноября к нам выходит Минситар. Минситар! За ногу его! А Ханза ждет нас в декабре. Также, в следующем обновлении на основу добавят скин Зодиака Эритель и новый скин Сана. Изменения героев. Кимми. Уменьшен прирост магического бонуса до 40% вместо 50%. Возвращено базовое ХП. Убирали сотку, вернули сотку, не заморачивайтесь. Хилос. Базовый ХП реген будет 62, а был 42. Также добавили прирост регена за уровень до 8 единиц вместо 3. Возможно, это бафнет Хилоса. Танководам виднее. Хильда. Ульта раньше игнорировала в фулл-стаке 40% физической брони. Теперь указатель увеличили до 60% на максимальном уровне. Ульта стала опаснее для воинов и танков. Беллирик. Ульта. Увеличили процент защиты на 10% за первый уровень и 5% за третий. Кайя. Ульта. Теперь из нее не вырваться с помощью очищения. Москов. Пассивка. Успешная атака сокращает КД навыков на 0,8 секунды, было 0,7. Это небольшой баф будет ощутимей в поздней игре. Алиса. Ульта. Немного ослабили нерв, о котором я говорил в прошлом обновлении. Теперь она будет получать 70% исцеления от целей не героев. Джонсона продолжают кошмарить. Пассивка. КД щита увеличили до 100 секунд вместо 90. Хелкард. Исправили индикатор первого навыка. Леоморд. Ульта. Конь теперь дает меньше ускорения. Я смотрю, всерьез взялись за Леоморда. Бальмонт. Стартовые ХП уменьшили на 100. Теперь 2716. Вот серьезно. Чтобы вы знали, у Бальмонда самый низкий процент побед в игре. 46%. Поскольку когда-то ввели повально всем замедление, а добивалку Бальмонда обрезали. Так теперь его еще и нерфят. Куда еще-то? Минситар. Продолжают нерфить. Теперь ульта не дает прироста физической атаки. И уменьшили силу замедления до 20% вместо 30%. Но даже со всеми нерфами Минситар остается отличным напарником-инициатором. Ханза. Увеличили дальность пожирания первого навыка. Теперь, если скорость атаки у вас высокая, то вы получаете 2 стака за удар. Выкидываем золотой посох. В ульте, если вашему телу угрожает опасность, то линия души краснеет, предупреждая, что вас убивают. Вы можете среагировать и вернуться к телу. Способности. Очищение. Исправили баг с перемещением, пока действует очищение. Уменьшили время иммунитета к контролю до 1,2 вместо 1,8 секунды. Спринт. Еще немного усилили. У него действует эффект уменьшения контроля. Он срезает теперь 40% от времени оглушения вместо 30%. Вспышка. Теперь 1 секунду после скачка будет увеличена физическая и магическая защита. Немного, конечно, но все же в плюс. Немного усилили эмблемы леса. За личные задания на героях мы будем получать пирамидки. За пирамидки можно будет купить себе статую. Статуя после вашей активации заменит вашу башню на 5 минут. Изменения чисто визуальные для понта и устрашения противника. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал и делитесь видео. Ведь если много пропускать новостных выпусков, то лапки превратятся в клешни. Всем пока!